Доброе утро! Мы же собираемся. Мам, Сверкать, да. Что ты там пишешь? Мама! Ничего себе, тут ступенек не знаю. О, мама, я высоты боюсь как бы. Как бы. Ай, да. Теплая уже, наверное. Не, теплая, я ударился там такой резкий, как скачок. Мама, и больно. Да, только аккуратно песок не высыпать, а ладно? Не надо, лучше садись и покатайся. Мама, тогда что-то у нас и в садике была такая. Да? Ну сейчас Гриша будет тебя, держись. Здоровская, да? Ты держись за сиденье, Афонь. Сядь хорошо, да? Тут так хорошо не сядешь. Мама, если хорошо сидеть, тут надо побольше. Да? Самая быстрая карусель в мире. Более нормально. Да, Зоечка тоже приехали со Степой. Маргарита, Сережа. Не кричи только. Ой, аккуратно. Все, мы сейчас с Антошей пойдем в церковь. Свечки поставим, да? Да. Так, все, поехали. Так, все, теперь будем кушать. Доедаем картошку с куриной грудкой, с помидорками. Мама, вроде тогда это, помнишь, когда я маленький был, все что-то боялись прям скорпионов, а сейчас что-то... Мама! А это все. Да, папуль, ставь, сейчас я развешу белье. Получилось? Ветерком, да? Вот настоящая нянька для Ариши, да? Да. Папа вообще молодец. Можно оставлять на тебя ребенка. Что, спит до обеда? Да, ночью сносится. А сейчас... Что это ты, коротконожка? А что это у тебя, пена или вот это вот лепочка? Давай, еще разок. Мама, снимай. Ну ничего, бывает, только один. Ариша еще хочет на ролик. Мам, еще раз. Давай. Еще и под музыку, здорово. Афонечка, не надо так на дверь. Красивая, Ариша? Что за букобяка такая? Нет, она все поняла. Спать ложится Ариша, да? Так, я сейчас буду готовить ужин. Купила рыбку, две камбалы и еще какая-то с икрой. Не помню, как она называется. В общем, помыла немножечко. Но камбалу вообще не нужно было чистить, она и так прекрасна. А здесь была совсем мелкая чешуя. Ее быстро ножиком с одной стороны, а с другой стороны она тоже как камбала, вот такая же плоская. Здесь пузико гладкое, без чешуи. А здесь вот немножечко кололось, и я все это подчистила. И, в общем, видите, она вся полная икры. И вот тут все красное. Круто, да? Сейчас все это посолю, поперчу. Немножко маслицем сверху подсолнечным и в духовку. И будем есть рыбу запеченную. Так, вот такая вот рыбка получилась. Здесь одну я, в общем, уже положила две рыбы. Сейчас будем обедать. Вернее, ужин. Ну, в общем, 3:30. Что это делает? Полдничаю, да? Приготовила тарелки. Кто-то проснулся? Что за мальчик проснулся? Иди умывайся. Хорошо, просыпайся. Сейчас будем кушать. В общем, вот эта рыбка, которую сейчас будем кушать. Здесь прямо икра из нее вылазит. И салат сделала. Но и пюрешку. Она это правильная рыбка? Да, это плоская. Называется камбала. Она по дну такая ползает. Как скат или как он
Угу. А может и не по дну. Как она плавает? Даже нет, не ну вроде две части вот так. Нет, это одна рыба. Вот это одна. Ну только головы здесь нет. А, так это можно сказать какой-то скат. Нет, ну это камбала называется. Ну потому что скат такой же, просто да. Он электрический. Может это просто. Мама сказала, где рыба? Где рыба? Мама уже запекла рыбу в духовке. Папу, иди буди, поцелуй, обними, скажи, папуля. Не надо, пусть спит. Да нетушки, иди его тоже побуди. Вот рыбка. Да, посмотри, какие две рыбки. Мама, смотри, это рыбка. А ты будешь ее кушать? Малиновая. Угу. Так, ну что, у нас 5 вечера, и мы едем. Собрались быстро-быстро, ну, на самом деле, не так быстро, как хотелось. Чего быстро? Ну, достаточно чего? Быстро. Ну, еще приехали родители, мы пока узнали у них новости, они сегодня в город я ездили. Я не знаю, мы вообще не в общем, едем. Для детей это сюрприз. Мы сами, правда, не знаем. Для водителя тоже. Он просто едет, а куда? Вперед! Вот, так что посмотрим, куда мы едем. Папа, ты не знаешь, куда ехать? Сейчас в Титеровке. Нас милиция остановила. Ну ничего, они просто посмотрели и сказали, что раз дети пристегнуты, все в порядке. Они сейчас, походу, на детей перебирают с сентября, да? Ну, в общем-то, короче, все хорошо, слава богу. Парковка на Красной площади, все закрыто, забито вообще. Так, мы уже едем на Зибовском кольце. Мама, глянь, крутится. Вот этот Екатерининский зал. А мы куда едем? Чане там? Ну, в Екатерининском же зале. Закше, вон же, глянь, сколько там свадеб. Ну, не венчание, да, я неправильно. Роспись. У нас вот звонит, это пропало. Женька не звонила. Парк развлечений, мам. Мам, мы сюда едем или нет? Не знаем, сейчас пойдем посмотрим. Называется этот, ну да, где-то налево так это, парк называется Чистяковская роща. Но раньше Первомайский парк был. А мне? Дай, будешь пукать и вонять. Кабриолет. Прикольно, да, наверное, с ветерком. Мама, папа, свежим воздухом в Краснодаре-то подышать, да? Папа. Так, все, мы приехали в рощу. Нет, это Чистяковская роща. Идем сейчас смотреть, там какие-то танцы должны быть. А, так что сейчас посмотрим, что там будет за мероприятие. Но оно уже началось с 16:30. Тут что-то какой-то, что-то протекло он, вода. Гейзер? Да. Посреди Краснодара. Гели, гели, что ты делаешь? Ничего, ничего. Они. Гля, как тут круто, да? Антоха. Что, там танцы? Да, там что-то есть танцы. Давайте у нас губки, все успеете. Качайте, давайте! Качаем! 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 Итак, финалочка, финалочка нашего файла. Ребятки, он переживает за всех, особенно деток, которые стоят здесь прямо на сцене уже почти. Мы говорили, здесь аккуратно, может фотку. Вот. И снова с твоих, Алиса, она. Да.
Значит, смотрите, прежде чем мы отправимся, мы с вами финалим, ну как, нет, не как финалим, то мы вот здесь вот наше общение с Арис Доценко, дальше она идет уже на специально отведенное место, где будет ждать каждого из вас. Мы записываем фразу «Краснодар станция». Давай сделаем кайфы. Да? Готовы? Значит, смотрите, помните, дальше такая вот тема есть, значит, мы все снизу начнем, да? Нет, так делать импровизация, мы не будем так делать, мы значит, сразу сверху. Так мы же просто с юмористических проектов, поэтому мы так будем делать. Я вот так. Так будешь делать? На фоне танцев. А потом ты типа хоп и камеру, да, перевернешь и все. Нет, будут. Я развернусь. А, вот так типа ты будет, типа, вау, мое лицо очень быстро будет. Ладно, хорошо, давайте, значит, начинаем снимать, да? Чтобы будем быстрее играть по ее правилам. Сейчас уйдет, будем по нашим играть. Вот девчонки, да, постоянно все поют. А вы знаете, что говорить? Знаете, что говорить? Пин-код от карты родителей. От своей. Итак. Это чё? Чё? Вот сейчас мы тебе скажем, чё? Чё это такое? Ну ладно, давай попробуем. У нас прикольнее была движуха. Готовы? А вертеться в какую сторону будем? Так, подожди, ближе встану. Давай сейчас снимем на мой, я тебе потом скину. Да еще ты будешь на мой номер телефона знать потом. Я тебе через AirDrop скину. Давай, хорошо. В общем, я пишу. Краснодар, чё? И вот на этой вот нотке финалистка шоу «Танцы Алиса». Первый сезон. Так, далее у нас поаплодируем. Место фотозона находится справа от нас. Там, пожалуйста, аккуратнее. Короче, сфоткалась я с Алисой. Я была самая последняя, и все. Фотосессия закончилась. Вот сейчас иду своих мальчишек искать, то что они, конечно, такой два экшена, такой толпы бы не выдержали, это точно. Мне сказали на цепочке идти. Так что иду на цепочке. Сфоткалась я последняя, представляешь? Я последняя сфоткалась, и она бах встала и ушла. А вы вот там вот на шарах были? Надо увеличить где-то в рамку поставить. Да, а не на шарах. И как вам в шарах, там не страшно? Да когда ты падаешь, когда ты бежишь. Да, мама! Это мама хочет! А тебе, наверное, нельзя. Так, городские парки. Папа! Афань! Ты что, с большой горки даже съезжал? Было, наверное, очень страшно. Вот там ты съезжал. Страшно было? Аккуратно только, сынок. Там две такие. Афонь, ты тоже стой туда? Подожди, девочка, потом ты. Мама, это что офигенно? Это ты прям на жопу вот так ты, а я такой хоп. Все, Афонь, залазь, Афонь, залазь. Давай, а там что, там только вот так подниматься, да? И он сам подымался? Вау. Обалдеть. А там Антошка. Я иду. Иду. Давай. Афонька уже залез. Держись, сынок. Тут Рёна только со старшими братьями. Прикинь, ты с 3 лет самому, да? Сюда-то нельзя, это родителям-то, да? Еще одно препятствие. Мама, отсюда даже какой-то портал с подсветкой есть. Да, видно? Ну, пойдем потом посмотрим. Смутно, пап, смутно. Сейчас Афонька будет ехать. Пойдем, на горку. Ты на
попку. Гриша, отходи. Ты что? Точно, папа, сегодня же 11 лет, как мы познакомились. А ты что, не знаешь? Не, ну я с утра помнила, а к вечеру уже забыла. Как раз вот вечером мы только и познакомились, и да? И познакомились. Ну что? А говорят, мужчины ничего не помнят. Не, ну с обеда. Нет, ну с обеда еще нет. Не сильно познакомились, да? Да. Скажи, сынок, тебе тут нравится? Тут нельзя, вон песочница, надо туда нести. Вон большая, ты видел? Вон большая под крышей. О, Коля, держись. Пап, только ты ж не сильно, чтобы они не ускакали. Постой, пап, ты их потом в другую сторону, а то закрутятся. Задом, что ли? Я уже закрутилась. Прикольная, да? Не хотите, Антон? Афонечка, пока. Ты полетишь на самолете? Антоша? Шапки! Облака, дети сейчас даже не знают эту песню, да, пап? Поня сам катается. Россия! А это, да, немецкий. А, мы идем, пап, идем. Самовария, да? Что-то друг друга зад возле бау-центра. Так, а мы приехали в какую-то пиццерию в Титаровке. Не знаю, где она, в центре находится, в общем. Антох, ты что, спать хочешь? Укачала тебя. Ложи кепку. Да. Зачем тебе сейчас кепка? Ложи. Ну, сейчас попьем. А дверь закрывать ты будешь? Так, мы, в общем, заказали пиццу. Это с семгой, стоит она 550 рублей. Папа вообще офигенно вкусный гамбургер, да? Не, он не вкусный. Он не вкусный. Так что не берите, не пробуйте. Да, 185 рублей он стоит. Кола. И картошка фри с сырным соусом. Аккуратно. Все. Домой? Нет, нет. Сейчас он доест, то на. Давай, он доест. Ну что, мы уже все, идем отдыхать. Посмотрели мы танцы, что-то как-то, по крайней мере, первая серия не впечатлила нас. Что-то ничего особенного не было. Дети уже, в общем, пошли спать. Мы теперь тоже. Все, всем пока-пока. До завтра. For all the times that you ain't at my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well,